тебе правду. Захочешь — верь, захочешь — нет. Но это все на самом деле, это не сон. Это все твоя реальность. Курение губит, а наркотик вены травит. Сидит мальчишка 7-8 лет. Напротив папа курит едкий дым сигарет. Пускает в легкие, выдыхает он из кашля. Туберкулезом он уже заражен. И этот школьник идет прямо в магазин. Он покупает пиво и табачный дым, но продавщица ни слова не говорит. И на вопросы отвечает: мне же надо жить. И это правда, и ты знаешь это, что деньги сейчас решают все на планете. И государству наплевать на ваши беды, ведь их волнует только прибыль, а не дети. А сколько наркоманов, вы мне скажите? А все ведь только потому, прошу, не врите. Сажают только тех, кто малой масти, больших тузов крышует наша власть. А сколько взяток, сколько стоит кресло, чтобы купить себе мандат на это место? И сколько стоит вертолет, который взяли? И сколько из бюджета вы не досчитали? А сколько же страна кредитов взяла на соцпакеты, пенсии до ветеранов? Но эти деньги пошли ведь не на них, а на крутые дома и на пять машин. Когда живем мы на гроши, мечты убиты, а им так нравится смотреть, как мы разбиты. Когда готовы за копейку отдать им душу, а вариантов больше нет, хочу ведь кушать. А вы скажите мне, пожалуйста, что обещали, когда на выборах всех вас мы выбирали? Зарплаты выше и пенсии понадежнее. Но это все вранье, и вы ведь тоже. И с каждым годом только слышно, как стало хуже. И мелкий бизнес начинают под корень рушить. Проверка за проверкой, и денег мало. Да сколько можно же нас грабить? Вы задолбали, поразрушали вы заводы, колхозы, фермы, чтобы взамен себе купить большие стены. Попродавали все чертям, и вам не стыдно? Давайте будем же людьми, а не будем быдлом. И что я вам хочу сказать напоследок, что можно все-таки вернуть, чтоб наши дети гордились нашей страной и нашей верой. Ну помогите хоть немного, вы наши мэры. И я уверен, что наступят те времена, когда правительство заботится про тебя. И этот мир — это все твоя страна, твоя же родина, это все твоя судьба.